превратить детский новогодний утренник в необычное и красочное торжество. Задача не из простых. Конечно, традиционные атрибуты и герои праздника «Елка», «Дед Мороз» и «Снегурочка» очень актуальны. Но ведь нужна и некая изюминка. Карнавальные новогодние костюмы как раз и призваны разнообразить этот волшебный праздник, добавив в него яркости и чудес. Так что, дорогие родители, ваша задача – удачно подобрать новогодний костюм вашему ребенку. Маленькой Арише 4 года. Она, как истинная женщина, к поиску новогоднего костюма отнеслась серьезно. С выбором героини еще не определилась, но все же привлечь внимание в праздничный вечер не помешало бы. Костюмы выполнены из разных материалов. Это как искусственные материалы, полиэстер, то есть разное процентное содержание, так и естественный хлопок. В данном случае очень популярны сюжеты, такие как «Робин Гуд», то есть это известный герой английских сказок, который борется за права и интересы крестьян. Также очень популярный сюжет принцессы. То есть это извечная тема, любимая для девочек. Любая девочка хочет стать принцессой, ну и, соответственно, со временем найти своего принца. Также очень популярны сюжеты с животными. То есть всем известен мультфильм про Винни-Пуха, про пчелу Майю. Соответственно, также существует большой выбор персонажи данного значения. То есть здесь соответствующий материал идет, значит, искусственный, но он плюш. То есть очень приятен к телу, не раздражает. Да, красота. Так и хочется все перемерить. Возьму несколько. Быстро определиться здесь не получится. Пока наша Ариша крутится в очередном новом образе, информация для родителей. Покупка новогоднего костюмчика для вашего чада обойдется в этом сезоне от 1 до 2 тысяч рублей. Но не забывайте, дети растут быстро, да и запросы меняются. Поэтому мы с вами переходим к эконом-классу. Предлагаем взять новогодний костюм на прокат. Дешево и сердито. Цены детских костюмов прокат от 150 до 600. То есть стоимость проката зависит от стоимости самого костюма. То есть если костюм стоит 1000-2000, то есть это 600. Если костюм стоит дешевле, то и стоимость 150. Вот. Ну и также он или совсем новый, или он уже был в прокате. То есть если был в прокате уже, то ценник у него снижается, снижается и снижается. Итак, чем же хорош прокат? Костюмчик вы здесь найдете на ребенка любого возраста. В новогоднюю ночь родители даже самых маленьких карапузов одевают в зверушек, чтобы ребенок почувствовал себя в гуще событий. Маленькая Ариша с удовольствием примеряет уже не первый образ за сегодня. Улыбается. Нравится же ей перед зеркалом крутиться. Настоящая леди. Если же после новогоднего вечера чадо не захочет расстаться с костюмом, то и это поправимо. Вы можете выкупить наряд. Ну а если детки хотят костюм, которого нет в наличии, закажите его. Только сделайте это заранее, с учетом праздничного ажиотажа. Новогодний костюм – это важный атрибут предстоящего праздника. Кем же будет ваше чадо? Рыжей лисичкой или кокетливой принцессой? Отважным супергероем или же трусливым львом? Решать только ребенку. Но вот создание праздничного настроения на ваших плечах. Дерзайте и фантазируйте.